Дорогие друзья, я обращаюсь к студентам, преподавателям, сотрудникам университета со словами приветствия по случаю самого, мне кажется, народного праздника – Дня знаний. В этот день и дети, и родители, и бабушки, дедушки празднуют это как великий день в своей жизни, потому что он связан с самым ценным в жизни человека, с образованием, обучением, культурой, воспитанием. Особо хотелось бы обратиться к первокурсникам нашим, которые пришли в этом году в университет. Ну, наверное, не знают, что репутация нашего вуза довольно высока, а репутация вуза складывается из суммы репутации наших выпускников, прежде всего, и каждого студента. Эта репутация университетом достигнута в ходе серьезной научной, образовательной, профессиональной работы. В университете сложился коллектив творческий, интересный, думающий, который умеет учить, умеет обучать, умеет дать навык, умеет научить новым технологиям. И самое, я думаю, важное, что в этом коллективе царит дух, морально-психологический дух комфорта, комфортной жизни, комфортных условий для обучения, товарищества, сотрудничества преподавателя и студента. Я желаю всего самого хорошего, доброго всем нашим студентам, сотрудникам, преподавателям, успеха в жизни, здоровья и творчества. Добрый день, дорогие друзья. Я также присоединяюсь к тому, что сказал Виктор Васильевич. Особо мне хотелось бы пожелать три вещи. Первое – это то, чтобы учиться было интересно. Так же интересно, как и раньше, так же увлекательно, как и в самые лучшие дни учебы. И чтобы нас вот этот процесс обучения действительно придавал некоторый драйв, некоторую энергию нашему взаимодействию. Наши коллеги подготовили новую стратегию развития университета. Там многое написано из соображений того, чтобы как раз-таки обучение было более интересным и увлекательным. Приглашаю всех в ближайшие месяцы присоединиться к обсуждению этого документа, который мы намерены принять как раз после такого тщательного анализа и взвешивания разных мнений, как нам жить и двигаться дальше до 2020 года. Второе, что мне хотелось бы пожелать, это, как ни странно, меньше всяких бумаг и отчетности. Это такая странная вещь, но вне зависимости от нашей воли, все время почему-то этого становится больше. И вот мне бы хотелось пожелать такого разумного взгляда на мир и больше времени тратить на то, что действительно полезно, то, что приносит пользу, то, что дает нам отдачу. И третье, что бы я хотел пожелать, это, ну, в общем, всяких благополучных внешних факторов, чтобы погода этой зимой была хорошей, чтобы нас встретило замечательное лето и чтобы все внешние условия были бы направлены на то, чтобы нам всем было интересно вместе учиться и преподавать. С наступающим новым учебным годом!